Певицу Анну Дзюбу, известную под псевдонимом Анна Асти, хотят лишить гражданства России после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом сообщил политолог Руслан Осташко в личном телеграм-канале. По его информации, МВД уже организовало проверку обоснованности наделения артистки гражданством России. Напомню, паспорт страны украинская исполнительница получила в минувшем октябре. Мероприятие, организатором которого была блогер, состоялось в прошлую среду в столичном клубе «Мутабор». Дресс-кодом праздника стал «Almost Naked» — минимум одежды. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Глюкоза и другие звезды шоу-бизнеса.